Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb, и в этом видео мы посмотрим на веб-сокеты с стороны языка PHP. Я покажу, как легко можно реализовать у себя простенький чат. Почему именно чат? Хотя такая тривиальная задача, да, все реализуют чат. Я подумал, если я буду реализовывать что-то сильнее чата, например, какую-нибудь там онлайн-игру, то это видео затянется, ну, дофига. А чатик легко показывает, как все дело работает, там прям за 10 минут. Поэтому чатик. Ну а если будет желание, потом и порция комментариев, то сделаем что-нибудь посерьезнее. Конечно, для этого я возьму свой велосипед, фреймворк Omen, который сделан специально для веб-сокетов. Вся установка сводится к трем строчкам. Дадим чат. Установка идет с помощью компрессора, разумеется. Можем попить пока чайку, пока все дело устанавливается. Наконец-то установилось. Сделаем клер. Теперь переходим в папку, куда все дело установилось, папку чат. Закинем мне еще права. И запускаем. Install. Все, фреймворк у нас остановился. Проверяем Omen. И при команде .slash Omen у нас есть список команд. Для начала давайте зайдем в вьюшку, с помощью которой все-таки будем отправлять сообщение. Идем в app, создадим здесь папочку view. И какой файл index? index.html. Накидаю сюда базовые теги. Ну, как-то так. Сохраню и сразу отправлю все дело в браузер. Ничего интересного. Большое поле, маленькое поле, кнопочка. Теперь сделаем подсоединение к сокету. Определим сам сокет. У меня будет на локальном порту SSH1.1. Сделал еще перемену для токена. По умолчанию будет null. А теперь я определю все функции для нашего сокета. Так, ну он error, и нам делать не буду. Мне, наверное, не пригодится. Ну, можно для отладки, на всякий случай. Лога. Не, лога даже. Error. Отправлять туда ссылку. Error. При соединении, если у меня будет токен. Совсем равен null. То я здесь выполнил какую-нибудь функцию. Функцию мы сейчас определим. Делаем функцию send. По протоколу мы должны отправить именно тип сообщения и само сообщение. Для этого я создам объект здесь. Тип и message. И буду отправлять в нас сокет. Socket.send. Отправлять мы должны его в JSON формате. Здесь мы скажем, что здесь в нашу функцию мы поместим тип сообщения новый пользователь, ну, new user, и пустой объект. Так, для начала мне этого хватит. Хватит убивать голубей! Ради голубцов! Теперь все насчет самого сервера. Мы имеем файл events, где у нас есть заготовка под onConnection. Это тот метод, который будет работать только тогда, когда человек подсоединит. Здесь есть уже готовые события под это дело. Но оно мне, в принципе, пока не нужно. Мы его удалим. И мы создадим новое событие. Make event. Connect event.
Здесь мы теперь поменяем на connect. То, что у меня класс connect event будет активироваться, и в нем будет запускаться у меня метод connect. Определим public function connect. И он нам должен вернуть return this create. Но надо вернуть какое-то сообщение. Сообщение у нас будет connect. И пусть вернет нам время сервера. На всякий случай для синхронизации. Time. Сохраняем. Теперь мы можем проверить, как все дело у нас работает. Мы говорим omen start. Сервер у нас запустился. Порт у меня не тот, забыл порт поменять. Порт меняется в конфиге у нас. Вот здесь вот. И на всякий случай укажу правильный хост. Еще раз. Смотрим. То, что одно сообщение было отправлено на самого пользователя. Тип connect и наше время. Отлично, да, все работает. Мы сейчас его убьем. Теперь нам в Vue нужно сделать хоть какую-то реакцию на наши события. В onMessage мне нужно получать все наши данные, которые приходят с сервера. Поэтому я объявляю перемену date и ее начинаю распарсивать. Здесь я дальше сделаю после через... То есть после взял switch на нас тип сообщений и буду к нему идти, то есть кейс. Коннект я не буду сейчас рассматривать, потому что, в принципе, мне особо сейчас не нужен. Но следующее я буду смотреть регистрацию на нашу... Я сделаю тип сообщения, новый токен, но new токен. Запустим какую-нибудь функцию, например, new токен. И break. Будет передать само сообщение. И переопределим наш токен. Сохранить. Не забываем то, что мы отправляем здесь еще сообщение new user. И нам нужно для него сделать маршрут. Идем опять в events и делаем для него маршрут. Можно взять из документации, посмотреть, как делать, потому что память мне начинает подводить события. Так. Нам нужно вот это вот. Только нам нужно немножко изменить название и наш метод. И там запросим теперь функцию newUser. Public function newUser. Теперь мне нужно генерировать нам токен и выдавать. Для этого я возьму от Symfony генерацию юдов. Мне надо добавить библиотечку SymfonyUd. Теперь возьмем переменный токен равно UD. Допустим, 6 версии. Также в этом фреймворке есть система хранения key value, то что нам не нужен ни memcache, ни redis, мы прямо здесь можем в оперативной памяти хранить все наши переменные. Для этого, конечно, нужно tsuse нам указать нашего омена, omen slash omen, и говорим omen set. Использовать буду я для этого массив users. Ну и сюда мы, и в качестве индекса мы закинем сюда токен. Так, мы будем хранить юзера. Но я буду хранить его не просто там имя, там токен, тогда я буду хранить там целый класс. Для этого я создам папку DTO. DTO.
И там файл user.php. Ну, сделают одно поле name и setter getter для этого name. Ничего такого сверхъестественного. Поставят это ОСКО с одним полем. Чтоб потом мы после могли делать все дело легко расширять. И за место нового мы его сюда просто закинем. И мы вернем return. Здесь create создаем сообщение. New токен. И в массиве. В массиве указан наш новый токен. Токен. Сохранить. Проверяем. Так, у меня какого-то класса нет, и я, видимо, на опечатка. Еще раз. Ну, теперь все окей. Обновляем. Можно включить network. Вот был connect, и вот он пришел у нас токен. Ну и все то самое здесь. Message. Теперь нам нужна, собственно, кнопка. Для этого сделаем функцию по отправке subs. Мы просто возьмем значение с нашего input, его потом обнулим и отправим сообщение с типом message. Текст у нас будет mcg и, разумеется, наш токен. Здесь только подписан onClick. Также сразу сделаем обработку ответа, кейс. Пусть будет у нас message. И функция, например, chat. Break. Заготовку под нас чат. И, разумеется, прописываем наше новое событие. И сделаем новое для него событие. Message. И вот message. Так, надо его теперь только создать. Make event message. Past. Создали. Заходим. Так, это сохраним. Заходим. Через массив date мы будем получать всю информацию, которая приходит нам с клиентом. Пока в фреймворке не встроены реализации запросов, мы так вот по-нумски проверим, все ли нам пришло и пришло ли правильно. Разумеется, что у нас пришел текст, то нам пришел токен, и токен ни хрена не равен null. Если нет, то идем с этого методом. Потом мы возьмем юзера. Нам же нужно его проверить, поэтому мы скажем omen get. Get. Мы храним все это у нас в users. И запустим по дата токену. Если нам ничего не придет, если нам вернется user null, то мы тоже покинем этот метод. То токен такой в системе у нас не обнаружен. Теперь мы все сообщения должны где-то как-то хранить. Мы будем хранить так же в omen. Omen. Только мы будем не напрямую теперь геттерами и сеттерами, а мы будем делать методом append, то есть методом добавления. Append. Массив будет у нас message. Messages. И будем туда складировать массивы. Токен. Текст. Все хорошо, но нам еще нужно вызвать какое-то массовое событие, да, то есть сообщение, чтобы разошлось всем участникам. И для этого у нас есть триггеры. Будем, кстати, что еще omen добавить. Make
триггер. Messenger триггер. Жмем Enter. Здесь мы сразу пропишем в use. А здесь мы скажем this attach trigger. И имя нашего триггера, то есть Messenger триггер. Класс. Переходим в папку триггеры. При активации триггера будет активирован наш метод handler. Что мы здесь должны, в принципе, сделать? Во-первых, мы должны получить весь наш чат. Поэтому мы делаем chat common get message. Так как у нас не пистол, не забываем сами подключать юсы. А теперь, чтобы не было переполнения у нас памяти, потому что сообщения-то будут копиться аппендом, но никуда не исчезает, я буду эти сообщения отрезать и пересохранять. Ну, с помощью нативной функции ArraySlice я беру с нуля по 30 сообщение. И пересохраню наш месседжер. Чтобы у меня во внешнюю среду не вылезли токены, мне их нужно удалить. И после всего, наверное, сделать с помощью нативной функции ArrayColumn. Посев переконвектирую и возьму оттуда только тексты. Теперь можно сделать message send. И всем, кто подписался на это событие, на этот точнее триггер, отправить сообщение в чат. Записываем, отправляем. Смотрим, что у нас в консоли. В консоли мы получили токен, мы отправили сообщение. Но сообщения здесь пока нету, потому что мы еще его не отрисовали. Нам нужно зайти обратно в нашу вьюшку, функцию, которую мы сделали чат, и отрисовать. Ну что, довольно просто. Я чат обнуляю, так как мне пришел весь чат. Беру дату. Оттуда беру сообщения, ну и отрисовываю их. Сохраняю. Проверяем. Чат. Проверяем. Что-то пишем. Называем send. И нам даже пришли старые сообщения. Пишем. Пишем. Собственно, здесь еще нету ников, здесь нету времени и так далее. Но это не задача этого видео. Если вы хотите, вы можете взять и написать свой чат, где там все это дело будет, вплоть до смайликов, приватных комнат и так далее. Задача видео показать просто, как это работает. И я надеюсь, что я смог показать это, как это работает. А кому понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем чистого кода.